школу. Что такое? Печенье. Печенье, а больше ничего. Пряники. А нет. Вот смотри. А нет. Да, тут что-то есть. Димусь, давай, ну-ка сюда. Ну-ка, что здесь? Сзади что-то. Ну-ка. Здесь военные. Угу. Это вам для поезда, наверное, для вашего. М? Ну-ка, что там? Что это такое? Это пряники. Рисовать. Да. Пряники, разукрашка. А тут просто пряники. А тут просто пряники. Что написано, Илюша? Какие цифры? Пря. Нет. Какая цифра? Два. Это? Один. Ноль. Ноль. Два. Один. 2021 год, да? Да. Эти кушать, а эти рисовать. И кушать. И кушать. А вот еще вот это и кушать. Вот такие коровы, да? Бычки. А это что? А это собак? Вам к вашему поезду, наверное. А что-то ну-ка. Еще? А ну, а посмотри, что-то есть? Ну-ка. Что? Ой-ой-ой, что я нашла? А ну-ка, а что это такое? Это Дед Мороз. Да, а ну-ка, смотри. Это он так выглядел. Да, так выглядит Дед Мороз. Ну-ка. 1000 рублей. Ух ты, а ну-ка, Илья. Вот-вот, на, держи, вот а она. Еще. Так все, вас же двое. Сколько штук? Две. А ну, смотри, что там у тебя. Еще что-нибудь. Ну, смотри, что в конверте. Мы же договаривались, что у Деда Мороза попросить вместо игрушек. Вот. Деньги? Ну да. Спасибо Деду Морозу. А зачем деньги? Потому что, чтобы что-то... Куда пойдете? А, спасибо. Ты забыл? Мы же пойдем туда. Это на билеты. Это билет. Ложи в конвертик. Это как будто билет. Спасибо, это ты купишь Деду день Морозу. На какой, эти... Какой как будто билет. Купишь билет себе на эти деньги. Спасибо. И пойдете с Димой в аквапарк. Да уж, спасибо. Получается? Смотри, как а здесь. А мы с тобой пойдем, да? Потому да, что? Но я себе сама куплю билет. Ну, конечно. Да, ну что, забирайте подарки, пойдем в другую комнату. Пойдем? Угу. Давай. А давайте еще что-нибудь. Можно сейчас пряники порисовать? Можно. А давайте чай попьем еще. Угу. Забирайте игрушки, забирайте подарки, пойдем. Илюша, все, порядок навел, молодец. Забирай игрушки, идем. Еще что-то хочешь? Ну, что-то хочешь? Да, да уже все. Уже пусто. Ну ладно, ну пошлите. Бери игрушки, забирай. Ну, зато вам спасибо. Держи. Держи. Мама, чем рисовать? Сейчас расскажу. А может, там карандаш? А ты забыл? Ты же ходил на мастер-класс когда-то. А, мы не рисовали. А, рисовали, только я не помню. Чем. Водичкой, да? Водичкой, кисточкой. Кисточка а, есть. Кисточку надо взять. Кисточка есть, все есть. Нет. Пойдите, пожалуйста. Сейчас... Дим, подожди твой. Секунду. Связал, молодец. Ух ты, какой красивый бык. Так. Это, наверное, для них. Да, Дим. Правильно. Когда разукрасите, они высохнут. Можно будет положить вот в эти упаковочки, в пакетики, завязать ленточками и повесить на елку, если хочется. После кого? Стакан налить. Чай сделать. Кипяченую воду. Сделать кипяченую. Рисуем на пряниках с помощью кисти. Так же, как на обычной бумаге. Готовые пряники разложить по пакетикам и завязать ленточками. Пряничные новогодние игрушки готовы. Угу. Ложи в коробочку все. Вот все, что пока не надо, ложи все в коробочку, прибирай. Складывай на место. Давай все ленточки уберем. Илюша, а ты будешь с Димой рисовать? Я хочу человечка. Ой. Облизал. Простите. Давайте. А я пока тогда торт нарежу. А десерт-то будем делать? Угу. Хорошо, давайте, сейчас принесу фрукты. А потом это можно будет съесть. Можно, но надо бы, чтобы высохло. А ну, покажи. Лёшка, не чавкай, зай. Угу. А может, еще водички капнуть, а? Да, смело туда капай водичку.
Ну давай докрасишь, потом заснимем, хорошо? А ты еще ротик сделай, красные глазки, голубенькие или темные, коричневые, вот эти глазки, хорошо? Давай, хорошо. Как у настоящих печенек, давай. А какие глазки у настоящих печенек? Вообще, голубенькие? В мультике Шрека у них были либо зеленые, либо голубые. Давайте тогда голубенькие, давайте. Да, а я хочу. Давайте. А ты будешь рисовать? Да. Сейчас поешь, потом будешь рисовать? А еще у них они были коричневые, шоколадные. Ты можешь пуговки сделать красные. Как там мультик называть? Ну там... Да? Угу, цвета. Так. Нет, а мне сил не хватает. Ой. Да. Вау. Это да, раньше такой штуки не было. Да, пробовал. Да. Вау. Можно? Я вот чтобы с этим попробую. Что? Вау, спасибо. Пожалуйста. И еду. Ой, Дим, а зажги нам свечку нашу. Сейчас. Вот эту свечку зажгите. Наша еще не испортилась. Нет, еще не испортилась. Не, ну, конечно. Можно. Надо маленько больше. Ну да, потому что мама большая. Мама большая. Ну да. Коричневая. А я маленький. Тратится и плохо красит. А это что? Это розовый? Я не знаю. Да, наверное. Водичку сделаю. Посмотрим. Ну, сейчас посмотрим. Да, так, а торт у нас кто будет резать? Не знаю. Дима, хочешь торт нарезать? Mm-mm. Нет, я буду. Ну, давайте я буду. Ну, давай. Чего ты так делаешь? Да, ну, это ж краски. Ой, пищевые краски можно. Пищевые, но только не надо облизывать. Это же потом пряники все, наверное, будут кушать. Ты понял? У тебя для чего чистая водичка стоит? Кисточку макать водичку. Так, ну что, пробу будете снимать? Я чай-то. Ребята, как бы... ну-ка на. А ты надо ой, а чай или сок хотите? Давай сок. Сок, хорошо. Ой. Так, ложечки, вот. Держи ложечку. А, вот эту? Бери ложечку, Илюш. Так, ну что, тортик резать? Ну как? Димуль? Классно. Да. Классно, понравилось. А фрукты пробовали? Успели уже? Нет. Нужен был сахар или нет? Нет. Ну хорошо, приятного аппетита. Нет. Вкусно? Ты моя рыбка. Банан вообще вкусный. Вкусно, да? Ну, слава богу. Покажи, покажи, покажи. Ух ты, как красиво. Молодец. Я в туалет. Димка. Молодец. Я всегда рисую. Умничка. Есть там у вас в шкафу. Ой, ты прям всю решил закрасить. Я думала, ты только полосочки накрасишь. Я тоже. Но крась тогда уже всю. Держи рукой второй. Ну, нормальная кисточка, Димка. Только вот там, где потеки, а можно голубым, это типа сосульки там висят на крыше. Ну да, я понял. А окно коричневым сделаешь? Угу. А стену какой? Не, я хочу как наш дом. А у нас там сирень. Не, давай верхушку, чердак желтеньким делай. Делай желтеньким чердак. Сделай красивый. Ты же начал? Такой дом. Ну, сделай красивый. А у нас что же это сверху, ниже крыши? А, у нас белое там уже. Это же было серебряное, когда мы с дедушкой еще делали. А, да. Ну, значит, я свой дом делаю. Делай свой. Из пряничного мультика. Из пряничного мультика? Хорошо. Я кормушку хочу прозрачную на окно повесить, чтобы птички кушать прилетали. Ну да, и бедные все птички. Они вообще кушают у собачек из ведра, птички. Ты знал об этом? Кашку собачью кушают. Кто там? Да. Где ты кого увидел? Ну вот, птичку. Вот этой. Я. А, вон, вижу, вижу. Но в телефон не видно. Ну, мои котики.
Рисуй, рисуй. Ну, Дима, ты... нет, зайчик, отойди туда на место, зайка. Я сниму и потом... Я хочу все предоставить вот сюда. А. Барсик пришел разбираться. Барсик пришел разбираться. Каноэ. А покажи второе каноэ, которое цветное. Покажи, пожалуйста. Вот. Ух ты. Вау. Так. Навес. Это ковбой, так я и понял, да? Ковбой. Вигвам. А покажи вот это вот, что это у тебя в руках? Это этот. Казанок? Похоже, покажи, покажи. Больше на... Сковородку? Нет, какую-то кастрюлю. Кастрюля? Деревянную или... Нет, не, ну не знаю. Получилось сидеть, нет? Давай помогу. Ой, повозка, повозка. А покажи повозку. Пока я не понимаю, зачем тут это. А, это лошадей, или тащить, или стопорить, тормозить, не пойму сейчас. Она едет, нет? Угу. Нет, она не едет. И вот это вперед, по-моему, надо, чтобы было. Вот так, смотри, раз, и разворачиваешь. Для лошади. Вот, и люди могут ее тянуть. Ой, сейчас. Я сняла, сняла навес. А, значит, вот понял? Люди... Я нечаянно, да, это навес, кибитка, понял? Я понял, что это... Можно просто как открытую телегу делать. Не, поверни другой стороной. Другой зайчик. Мама, ну, так должно быть. Здесь а, вот так. Сидят. А, здесь этот извозчик сидит, да? Да, вот. Нет, солнышко. Он извозчик. Нет, но оно не должно вот так висеть, солнце. Нет, оно так не было. Не было. Стойки здесь. По-другому. Вот так. Вот так, зайчик, вот так. А ну-ка. Вот, да. Извозчик же тоже хочет в тени сидеть и от дождя укрываться. Ой, костер там есть. А ну-ка. Димочка, я вставила. Нету коней? Угу. А у этих, у ковбоев тоже нет коней? А тут и все. А, я поняла. Ну, значит, они, может, руками тогда? А у вас не осталось, да, лошадок раньше были? Были где-то. В детский сад, наверное. Может, это в детский сад относили? Да, их относили. И лошадей всех, что ли, отнесли? Угу. А ну, костер, давай. Должна быть, наверное, вторая такая. Я не знаю. По идее, да. Ну-ка, дай, подожди, дай. А ну-ка, подожди. А может быть, они как тренога ставятся? Вот так. Тренога? Нет, нет, специально для куры. Ты не понял. Димусь, смотри, вытаскивай. Вот так засовываешь. Нет, не получается одной рукой. Давай попробую. Ну как-то ж оно должно, да? Не знаю, мама. А вот ты, подожди, вот она дырочка. Вот сюда, наверное, ты понял? Вот, вот сюда. Надо засунуть. Сейчас. Ты, вот. Зацепить крючку. Ну, этим понял? Помочь тебе? Ага. Ну-ка, давай сейчас помогу. Давай. Давай, человечков. Я хочу, чтобы здесь были вот эти, которые... Все ковбои. Прикольно. Оп. Сюда. Сюда. Ой, класс. Тут смотрящий. На крышу? С флагом? Нет, может, все-таки с лучника на крышу, Дим? Лучник есть только... Или стрелок какой? А вон, вон желтый лучник, вот ты на него как раз положил. Я не хочу. Ну, как бы сверху располагают лучников. Я хочу только... Ну, ладно. А зачем ковбоям тогда индейская деревня? Вигвам, тотем. Это же индейцы тут должны жить тогда. Ну а что ковбоям, блин? Вот охранять все... поезд тогда от нападения индейцев. Я не подумала. Угу. А что еще можно? У них нету... Дай ковбоям навес. А у них только это... Дай ковбоям навес. Ну, ладно. Они будут... Посели их в навесе. Поезд, да. Это индейцы приехали на кибитке грабить поезд. Вот сюда вот кораблик. Илюша в телефоне, да? А ой, великан. Сесть на все игрушки и поломать. Ну да, мне нравится. А что ты игрушками не играешь? Смотри, как интересно. У Димы тут целая деревня. Знаешь, ну, мне почти не глупо. Да, вот так. Ясно. Иди игрушками играй. Игру пройти осталось. Эту игру пройди. Не устал от телефона?
Ну, смотри, какой это женщина. У нее грудь какая женская. Это женщина. Ну да, тоже женщина идет, защищает свою деревню. Ничего себе. Или это накачанный? Да нет, это женская грудь. Надо же. А еще есть? Давай еще индейца, дай посмотреть. Так, сейчас дам индейца из другого набора. Вот эти индейцы. Белый у индейцев. Сейчас. О, с копьем. Вот это уже мужчина, я вижу. Единственный индейец, у которого есть ружье. Ну да, тоже мужчина. Это тоже мужчина и одна женщина. Женщина будет охранять свою кастрюлю. Моя кастрюля. Но она же готовит, ее же зона ответственности. Ладно, пойду. Почему-то здесь одни мужчины. Прикольно. Ну и что вы тут? Вот эти. Торт поели? Угу, поели тортик. Пряники разукрашивали мы. Один пряник. Что, пробу будете снимать? Конечно, я хочу вот этот. Вот этот? Точно? Нет, оставь, там у нас еще есть разукрашка. А, да, точно. Оставь, разукрашка еще есть, пусть будут краски. Так, я хочу снежинку попробовать. Давай уже пробуй, ну пополам и поделите ее. А, давайте все пополам. Нет, разломай, Димка. Это правда, можно. Ой, купить. И сок опять разлили, да? Это Илюха опять. Это ну, опять Илюха. Ну, я хоть не можешь, это хоть не можешь. Ну, хоть... Давай, снимай Илья. Пробу. Ну-ка, скорее. Ну что? Илья, вон! Ну что? Вкусно. Съедобно? Ну как? Ваш вердикт? Очень-очень вкусно. Ну хорошо. Кота страшно было. Вот, держи голову. Только, голову держи. А что его страшно колотит? Хорошо держи, ты не держишь. Колова? Колова, но я найду колова. Меня только не уколи. Так, держи голову. Ты держишь так, что я не могу шкуру оттянуть. Ну, а как мне держать? Вот так, держи. Держи. Наверное, басик. Опять ты вниз опустил. Господи. Ты тыкала бедного кота уже. Давай я уже уколю, чем ты. Тихо. Блядь. Мать, не блядь. Надо резко ударить и... Давай сюда. А ты, блядь, наколешь. Отойди. Хватит ругаться. Отойди. Мучаешь кота, блядь. Мучаешь. Давай, Барсюш, оттягивай шкуру, шкура дубовая, резко. Все, бедный кот. Еще один надо, второй. А зачем сразу два? Два, да. Барсюш, давай с другой стороны. Илюш, рот там выключи. Опять драки. Да не драки. Ну выключи. От кого спасаются? Ты снимаешь? Себя спасают. От кого спасаются? От убийцы, да? Нет. Отключи союз мультфильма. А у него нету. Хух, голосом найди. Все, моя умная. Мне камеру выключать. Я проколюсь, твердый такой. Шкура твердая, он сказал, у него жесткая шкура. Шерсть мягкая, шкура жесткая. Да, я тебя проколол. Он тоже, он говорил, ударом бейте сильно. Да. Все, выключи. Поясню сразу по поводу подарков. Почему деньги? Ну, чтоб не было лишних вопросов, разговоров, потому что наверняка вопрос возникнет, как это так, детям деньги подарили. Мы когда обсуждали с детьми, что попросить у Деда Мороза, было два варианта. Дети хотели либо очки виртуальной реальности, я посмотрела, самые дешевые стоят 2000. Но есть один маленький нюанс. У нас Илья сломал уже два телефона и планшет. Что он делает? Если техника разрядилась, он ее ломает. Ну, последний раз вот он бил телефон об коленку. Проиграл на планшете, играл в игру, проиграл. Не поверите. Ударил лбом. Как бы беседы о том, зачем ты это сделал, это плохо. Это все, знаете, как-то... Ой,
Не знаю, возможно, это пройдет с возрастом. Потому что, в принципе, что планшет, что телефон, что игрушки, для него это все равнозначно. Да, говорят, что если ребенок игрушки не ломает, то это ненормально. Ребенок игрушки должен ломать. Но ситуация такая, что как бы... В принципе, планшет был не новый, да, БУ, и телефоны были БУ. То есть это именно те телефоны, которые отдаются детям для времяпрепровождения. Вот. Там, ну, поломал и поломал, в принципе, и бог с ним. А если покупать очки виртуальной реальности новые, я, допустим, БУ не рассматриваю. И, ну, тут уже жалко. И у меня как бы и Дима так посмотрел, что, да, говорит, наверное, мам, не будем мы просить очки у Деда Мороза, потому что Илья их сломает. Илюша у нас, конечно, вообще зарядил. Его предложение было попросить у Деда Мороза в подарок квартиру. Причем это было сказано с такой интонацией, как будто мы дебилы и не понимаем вообще, что от жизни надо. Было очень, конечно, забавно. Лучше бы вы у Деда Мороза квартиру попросили. Я говорю, Люш, ты что? Откуда у Деда Мороза квартира? Что-то не помню, но что-то я ему такое сказала. Он говорит, ну ты же сама сказала, что ты мечтаешь о квартире. Могли бы и квартиру попросить. Но Дима ему уже стал объяснять, что если Дед Мороз подарит нам квартиру, то у него может не остаться денег на подарки для других детей. Илюша говорит, подарки эльфы делают. Дима говорит, как? Говорит, а эльфам же зарплату платить надо. Они... Что-то он им зарплату не платит, что-то такое. Они у него живут и едят. Дима говорит, ну правильно, говорит, а кормить их тоже надо, деньги нужны, продукты покупать. Вот, ситуация была очень забавная. В общем, второй вариант у нас был наушники беспроводные, но я посмотрела тоже, самые дешевые стоят 2000. Но опять же таки, это нужно две пары наушников. Две пары наушников, это уже 4000. Ну, как бы, маленькие безделушки, то есть я сейчас говорю о том, что эта вещь будет потеряна. Подарить одну пару двоим детям неправильно. А утеряны они будут сразу, особенно у Ильи. И причем утеряны так, что найдены не будут. А Дима там, может быть, еще как-то какое-то время попользуется, побережет. Вот, но просто как бы жизненный опыт показывает, что... Не по возрасту еще, как бы желание у детей есть, а вот так вот. Дарить просто какие-то игрушки, да, они были под елкой, но это только потому, что у меня эти два набора лежали еще с того момента, когда я в магазине работала. Привезли товары, вот привезли наборчики, и вот я выдрала самые прикольные вот эти. И так получилось, что еще мальчишки... Я забыла про них. А мальчишки на днях залезли на шкаф, достали поезд. И я вспомнила, что у меня в шкафу лежат эти наборы уже чуть ли не год. Ну, давно, очень давно. И я их просто положила, достала, положила под елку, и получилось очень в тему. Вот. Дальше. По поводу денег. Мы обсуждали подарки. И как бы... Да, это было мое предложение. Дети не сами додумались, но я предложила им такой вариант. Давайте мы попросим у Деда Мороза, мы никогда не были в аквапарке, ни я, ни дети. Я им предложила, давайте мы попросим у Деда Мороза деньги на билет, на билеты, вот, чтобы потом летом пойти сходить в аквапарк. Ну, логичнее, конечно же, сразу, мама, почему мы не попросим просто билеты? Я говорю, ну, до лета далеко, билеты еще, конечно, не продают, и мы ж не знаем заранее, в какой день мы пойдем. А так попросите денежку, и потом пойдете и купите билеты, ну, сами купите билеты. В общем, на то мы порешили. Поэтому у детей был... Понятное дело, что вот по 1000 рублей это сумма чисто символическая, поскольку билет стоит 800 рублей. То есть уже дополнительные расходы непосредственно в аквапарке, конечно же, и покупку билета себе буду оплачивать я. Вот. Это что касается подарков. Да, конечно, что-то я не сообразила. Им бы и коврик в комнату нужен был бы, потому что старый мы выкинули. Если помните, да, он у нас начал сыпаться, я его выбросила. Я его еще не сжигала, потому что его нужно порубить. Вот. Да, все, что можно сжечь, пока идет отопительный сезон, я в печке сжигаю.
если кто не в курсе. То есть и во время расхламления я старые игрушки поломанные, старую обувь. Мы все это сжигаем, это все прекрасно горит. Это вот единственный плюс в таком отоплении. В том, что можно мусор, который горит, мы весь сжигаем. Мы вывозим только то, что нельзя сжечь. Вот. В общем, и уже буквально, ну, уже после Нового года пришла мне такая мысль в голову, что можно было бы купить им ковер. Мы хотели ковер-травку зелененькую. Но теперь уже можно будет подарить им, в принципе, и на Старый Новый год. Вот, что еще вот в качестве подарков? Вообще, по-хорошему, конечно, надо сделать такой листочек, завести список пожеланий. И вот чтобы они свои хотелки записывали в течение года. И потом вот из этого списка уже можно, ну, как, например, в течение года. Ну, вот, допустим, вот у меня так. Как бы, да, я даже для себя составляю список, там вот в течение этого года я бы хотела вот это, вот это, вот это. Вот, и вот можно им тоже завести такой списочек. Сейчас, секунду, ребятки, я вернусь, у меня там блинчики на плите. Я вернулась. По поводу конфет, пряников, всего остального, конфеты детям нельзя. Ну, вообще, как бы нельзя Илье, потому что у нас сейчас как бы проблемы с зубами, лечим, и врач сказала без конфет, без сахара. Поэтому я так как вариант, вот поэтому основа подарка была как деньги и пряники. Пряники. Ну, пряники получились, это пряники ручной работы. Вот. Подарок такой многофункциональный, то есть и разукрашка, и пряники. Да, там есть глазурь сахарная, с вами согласна, кто-то по-любому заметит. Вот. Но как бы тут без вариантов. Праздник все равно, что-то вот, что-то чего-то такого хочется. А совсем без сахара нет, конечно, не получится. Ну, это получается тогда и без торта, и без конфет, и без, ну, тоже как бы не... Фрукты дети едят и так практически каждый день, поэтому был салат. Вот. Ну, у нас салат все смяли, мы его быстро смяли. Сам Новый год, конечно, был отвратительный. Я вообще надеялась, что мы последние 2 года мы ездили на Айпетри. 31 числа с утра выезжали, потом приезжали, покупали продукты, готовили вместе, накрывали на стол. Часть что-то покупали уже готовое. То есть мы на 31 число на Новый год не наготавливаем. Почему? Как бы с моей стороны, я тоже хочу праздника, и мне не хочется стоять 2 дня у плиты. Для меня тогда это не праздник. Я тоже хочу праздника, я тоже хочу какого-то отдыха, какого-то настроения. И поэтому частично мы покупали готовое, частично готовили. Готовили, ну, вместе как-то вот. А в этот Новый год Саша меня просто убил. Он собрался и уехал к другу. И причем уехал так? Ну, уехал, уже оставайся. Нет, ему захотелось вернуться домой. Он позвонил. Я поехала его встречать. Лучше бы не ездила. Вот, в общем, Нового года не случилось. И у меня праздник испортился, и у детей праздник испортился. Я, конечно, наслушалась очень много всего интересного в свой адрес. И вот у нас сейчас, как бы после... Ну, Саша сделал несколько поступков, которые просто вот... Я не хочу так жить. Я уже так жила. Я и в детстве так жила. И с бывшим мужем так жила. Поэтому я не хочу повторять, с меня хватит. Понятное дело, что, ну, как бы я Саше объяснила свою позицию, что меня такие отношения не устраивают. И у нас сейчас, как бы, ситуация на грани прекращения отношений. Чем это все закончится, не знаю, но он, конечно, не хочет. Не расставаться, не съезжать, но и говнище хавать я тоже не хочу. Так что такие дела. Мне очень обидно, я плачу. Мне очень обидно. Причем, как всегда, виновата я. Он ни в чем не виноват, я виноват. Ну и нахрена мне это нужно?
Что бы я ни сделала, всегда во всем я виновата. Мне уже начинает надоедать. Точнее, уже надоело. Вот по правде говоря, уже надоело. Все не так, все не то, вечно недоволен. Хуже старого деда. Бэ-б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 э. Все не так. Фуф. Так что Новый год был тот еще. Такого ужасного Нового года у меня даже в детстве не было. В детстве мозги выносили, по крайней мере, не мне. Вот, так что вот такие пироги. Барсика колем. Барсика лечим. Ладно, в принципе, это все, что я хотела добавить по поводу Нового года и подарков детям. Но дети остались довольны, это самое главное. Конечно, хочется и очки виртуальной реальности, мне самой хочется. Но посмотрим. Все-таки, я не знаю, меня как бы именно отношение Илюши к вещам смущает. Вот. Димка, он так как-то бережно к вещам обращается. А он их не портит, не ломает. Единственное, что он их теряет. Теряет постоянно. Особенно одежду. Вот. Так, кто еще не знает, напоминаю, у нас конкурс на канале. Ссылка внизу в описании есть. Переходите, смотрите подарки, смотрите условия конкурса. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, ставьте лайки и делитесь в соцсетях, чтобы быстрее набрать нашу заветную 1000 подписчиков. Всем спасибо, всех с наступившим. До скорой встречи. Пока-пока.